Всем привет, котята, меня зовут Лана, и сегодня со мной играет Йоши. Привет! И мы с Йоши решили немного усложнить наш челлендж 10 ботов. Если раньше мы на канале Йоши и Ульяны играли против 10 ботов вчетвером, то сегодня мы попробуем сделать это вдвоем. Йоши, я думаю, что у нас ничего не получится. Да, мне тоже кажется, что у нас вряд ли что-то выйдет. Ну, как бы, если не получится, то, как обычно, позовем девочек, позовем Лео, Стива и будем проходить вместе. Да, в таком случае точно должно получиться, а сейчас давай попробуем, не умереть максимально долго. Давай. Мы решили начать с самого начала, и что-то мне кажется, что это не очень хорошая идея. Ну да, эта карта прям жутковатая на самом деле, потому что закрытая территория, и получается на улице вообще маленький кусочек. То есть там не сбежать по факту. Да, но вы с Ульяной ее прошли, мы с ею валялись и просто наблюдали за этим, потому что нас в первую минуту буквально пристукнули. Поэтому я надеюсь на тебя, что ты мне поможешь, и мы тоже с тобой пройдем. Ну, мы с Ульяной прошли еще, возможно, потому что пока мы были все вместе, мы много всего открыли. Ладно, давай попробуем и посмотрим, что вообще у нас получится. Хорошо. Так, ну давай, 30 секунд есть, как обычно. У меня чуть мышь не отключилась, я почему-то решила, что она не работает. Так, все нормально, никаких предметов. Вот здесь обычно в душе лежит какая-нибудь полезная штука, но не сегодня. А еще тут вообще ничего полезного не лежит. Ладно, пойду в эту сторону, может быть, что-то здесь найдется. Так, в зеленой двери есть этот молоток. Ты уже открыл ее? Да. Слушай, а мне уже страшно. Да, они тут вышли. О, нет, о, а, нет. Слушайте, о, нет. А может мы с ними пойдем на Лана, улицу? Да. Лана, я просто стою, и свинины рядом просто двигаются. Они танцуют, по-моему. Танцуют? Серьезно? А я только одну увела, остальные не хотят ко мне подходить. Слушай, они просто на месте двигаются раз в секунду. И рядом со мной хаотично это делают. А может ты тогда пойдешь и что-нибудь там? Я не могу, они обошли меня со всех сторон. Я стою у стола. Ладно, я пойду и попробую увести. Вот это отлично сейчас было. Отлично, отлично. Да? Просто да? Классно, да. Здорово. Я не знаю, сколько свинин за мной идут, по-моему, все! Нет, не все, но достаточно. О боже, Ёша, это просто кошмар. Так, надеюсь, мы с тобой не встретимся. Я тут такие вытворяю. Уходи, уходи, уходи! Какой ужас! Нет! Да как это вышло? Это стол. Стол тебя предал. Целая куча свиней. Так, ладно, ладно. Вот смотрите, вот как вообще от этого можно сбежать? Вот за вами идет просто толпень. Посмотрите, посмотрите на них. Со спины подкралась Йоши! Какой кошмар. Ладно. Вот видишь, 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 как они сейчас ходят? Да, это какие-то неправильные боты, но мы попробуем все-таки их победить. Итак, вторую мы выбрали вторую карту. Этот челлендж называется «Умри на всех картах подряд». Не очень мне нравятся такие челленджи, но ладно. Ну, попробуй не умереть на всех картах подряд. Я просто не знаю, какие у нас с тобой шансы. Зеленый ключ. А он нужен вообще? Да, он тут вот нужен, прям здесь. Так, ладно, хорошо. А, гаечный нашла Йоши, он в тюрьме на первом этаже. Да-да-да, самое вижу. Главное здесь открыть голубым ключом, там ничего не было, Йоши, ничего. Вот и красный лежит. Так, молоточек взять, что ли? А он нам очень нужен? Или вообще не нужен? Красный вижу, но зачем? Зачем? Нет, да, пожалуйста, отстаньте, отстаньте! Йоши, их там хорошо водить вокруг первого стола. Очень здорово, спасибо. Но... Я нашла голубой ключ, я нашла. Мы сейчас откроем дворик, и ты сможешь там их водить. Йоши, ты жив еще? Да. А почему ко мне свинья идет? Я не знаю. А сколько их у тебя? Еще одна! Нет, свинья! Нет, свинья! Нет, свинья! Нет! Ты опять в привидение играешь, Лана, признавайся. Ты привидение? Надеюсь, что нет. Но буду, если они сейчас меня поймают! Юша, это кошмар. Это просто... Ты всех свиней потерял? Нет, за мной несколько идет вроде бы. Почему мы их поделили? Я не знаю, они просто решили от меня уйти. Так, пошли на улицу. Я хожу вокруг красного вот этого вот контейнера. Я уже никуда не пойду. Эта свинья отцепилась от тебя, видимо, и пришла мне просто в лицо. Нет, да как это происходит-то? О боже. Так, а где остальные свиньи? Я вот что-то не понимаю. Вот они здесь, вот эти вот есть? Да какие-то шальные эти свиньи, они то ходят, то не ходят, то разворачивают. Нет, нет! Да как это? Я хотела
могла. Так, ладно, давай, давай следующую карту. О, подожди, Ёж, это галерея. Будет очень смешно, если мы именно ее сейчас и пройдем. Таня, иди сюда, ладно, иди сюда, вот туда может спрыгнуть вниз. Да. Я слышала это! Как это произошло? У меня шибер рушками зацепился или что? Я сидел и не мог пройти. Нет. Да ладно, а, как боже, это происходит? Они обрушили меня! Нет! Да ладно, когда кто-то один умирает, мне кажется, у второго уже не остается ни единого шанса на то, чтобы сбежать. Ну да. А, ладно, ладно, давай теперь серьезно подойдем к. Так нашей я и не был несерьезен! Ладно, я и не был несерьезен! Просто мне кажется, свиньи были слишком серьезными. Давай попробуем менее серьезных свиней на четвертой карте. А как мы их поменяем? Не знаю, попросим. Уважаемые свиньи, давайте вы будете там гулять, собирать цветочки, там пикник, все такое, а мы будем открывать. Да, слушай, слушай, а может вот это вот зависит от скина бота? Типа, знаешь, там бабуля, она очень добрая, а вот этот вот батя-свин, он такой, не очень добрый, который нас сейчас прибил. Ну, не знаю, здесь у нас должна быть, по-моему, овечка какая-то, если я не ошибаюсь, в лесу. Да-да-да, ну, свиноовечка. Свиноовечка, свинечка. Свинечка. Овчина, если вам угодно. Неплохо, неплохо. В общем, я, это если я не ошибаюсь, потому что я, по-моему, против бота на этой карте даже ни разу не играла. Против одного, а сейчас будет целых 10! Так, ух, 10 ботов. Это уже начинает меня пугать. Я забыла, что здесь еще и Доги помогает. Помогает? А, ну, я думал нам, я думаю, да вроде нам никто вообще не помогает. Нам он помогал на предыдущей карте, но мы этим не воспользовались. А, так, давай, бегом, давай, быстренько. Бегом. Я ничего не вижу, ни одного предмета вообще. А там что-то лежит, ладно. А, это доска. Отлично, ты помнишь, где она используется? Да, сверху. Ага, я пошла смотреть в домике. И желтый ключ тут же. Он же тоже вроде сверху, да? А, да, кстати. Так, ну подожди, я тут оранжевый нашла. Я думаю, что я его все-таки, наверное, использую, пока есть такой шанс, и мы еще живы. Так, вроде как он. О, вот прямо здесь используется. Отлично, зеленый теперь нашла. Сейчас использую зеленый. Ёж, они проснулись. О, нет. О боже, я вижу, как они прыгают повсюду. А где они? Как сказать? Ну, уже около меня. А, ну ладно, хорошо, что не около меня. Я вижу, это точно овчины. Так, красненький. Пойду открывать. А, так, ладно, ладно. Я надеюсь, что все будет хорошо. Нет, так, не будет. Они просто стоят подо мной. О, может, позадерживаешь их там? Ну, могу. Отлично. О, я вижу дощечку, вижу. Подожди, голубой. Ты видишь их нет, вообще? Не, не вижу. Ёж, это вроде пока что похоже на наш рекорд. Ну, да, вроде бы да. Так, ладно. Они очень смешно дрыгаются туда-сюда. Я не понимаю, почему так происходит. Ты видишь? Да! Ты видишь, как это происходит? Они просто не знают, где ты, и не понимают, куда идти. Ёши, Ёши, где же ты? И так просто из стороны в сторону смотрят, знаешь, такие хотят меня найти, но нет, нет. Пёс! Он гавкнул на меня. Интересно, они пойдут за мной? Ой, я даже вижу восклицательный знак, который вдалеке убегает. Это я, это я. Так, ладно, хорошо. А, суть в том, что вы там заблокировали то, куда мне надо идти, поэтому ты постой пока что с ними. Я надеюсь, что я их не уведу. А у тебя голубой ключ? У меня и голубой ключ. У меня еще и был молоток для главной двери. То есть, да, я тут сейчас вот так вот. Он не только же для главной, можешь другой открыть пока. Я уже открыла. А-а-а. Я уже все открыла. Так, я пойду в обход. Слушай, я их даже отсюда вижу. Какой кошмар. Знаешь, это как когда ты забираешься на дерево, а вокруг тебя какие-то голодные волки, я не знаю. О боже. Нет. Да как? Что? Я не знаю, как они поумнели внезапно. Внезапно что поумнели, такое? О боже, только не это. Так, ладно, я растопила, но мне кажется, что нет в этом смысла никакого, да? Да, видимо, да. Но это наш рекорд. Да, рекорд. Но мы вряд ли что-то вдвоем пройдем, мне кажется. Да, так, секундочку, подожди. Я пытаюсь понять, вот у меня здесь есть серебряный ключ. Так. Я пойду и скормлюсь, наверное, свинье, потому что она стоит прямо около того, где... Так, они пошли за мной. Нет, Доги, нет! Ладно. Я не знаю, зачем, это бессмысленно, я просто пытаюсь выжить ли ради того, чтобы выжить. Ну правильно, зачем умирать? О боже, я слышу топот. Кстати, Ёж, а ты там золотой этот открыл, не открыл? Золотой открыл, там
был гаечный. Ага, а где он теперь? Там. Ясно. Ну хорошо. Он далеко не убежал, поверь. Так, ладно, может быть, они тоже так же смогут от меня отвязаться, если я залезу наверх? Ну, возможно, но потом, когда ты начнешь спускаться, я думаю, они снова привяжутся. Ладно, мы решим этот вопрос. Опять там же стоит эта свинья. Слушай, я вижу только одну свинью. Это одна большая свинья. Точно, видишь? Да, да, но не такая уж и большая, по-моему, их тут всего лишь две. Тебе кажется, я думаю. Да? Не, ну здорово, если это все свиньи, значит, они не отвяжутся так, как мне не надо. Так, есть, хорошо. Ты что там, ладно, ты что там, задумала карту проходить без меня? Ёша, ну хоть как-нибудь, очень хочется пройти карту. Так, ладно, хорошо. А я думаю, что я побегу, наверное, наверх, возьму гаечный ключ, или это будет моей погибелью? Ну, думаю, ты оттуда уже не спустишься. А, тогда, я сначала сбегаю за гаечным. Ой, нет, за голубым. Короче, свиньи, пока. Свиньи, оставайтесь там, хорошо проводите время. Всего вам доброго. Развлекайтесь. А как свиньи хорошо проводят время? А, ну, их там много, я не знаю, как они проводят время, но наверняка им должно быть очень-преочень весело. Так, отличненько, голубой ключик, спасибо. Кто? А, идут сюда, они хотят провести хорошо время со мной! О, боже мой! Только не это. Так, нет, свиньи, уважаемые, давайте, вот там есть вам чем заняться, кроме меня. Уходите, пожалуйста, уходите. Доги, не иди ко мне навстречу. Хорошо, что он мимо прошел. Так, я открываю. Ёши, слушай, я вообще вполне возможно, что пройду сейчас это все. Ну, кстати, да, это получается, да. Только гаечный остался. Воу. А где свиньи? А вот там за тобой шли. Вот они, справа. Давай, Дарья, что ж ты? Я решила так, это было запланировано. Ага. Так и было, надо все сделать. Так, сейчас я пойду наверх, и я очень надеюсь, что они от меня отвяжутся. Нет, не отвяжутся. Они пойдут со мной. Конечно. Слушай, а может они такие толстенькие, они сюда не проберутся? Да, конечно. Вот видишь, как они не проберутся. Гаечный? Так. Вот, смотри, что происходит, видишь? Я не вижу ничего отсюда. Они не клюют на тебя, когда ты сверху. Вот, видишь, смотри. Я вижу, они караулят меня внизу. Да, и дергаются смешно. Тык, 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 тык. Ух, ладно, я попробую отсюда выбраться. А, Ёши, знаешь, я не заметила, что время уже подходит к концу, 3 минуты осталось. Так, ладно, так, давайте-ка. Они все еще. Нет, вот сейчас начинают. Вот уже идут. Я жива! Я жива! Еще жива! О, господи! О-о-о-о! Они, кстати, не прошли, но они прыгают. Ладно, с тобой. Ладно, да пусть прыгают. Сейчас мы попробуем сбежать. Очень сильно попробуем. Слушайте, если я сейчас уйду, это будет просто невероятно. Я заблудилась. Ёша, я не знаю, куда идти. Сколько тут нужно штук включить? 3. О нет, там одна внутри! Внутри чего? Внутри домика. По-моему, это нереально. Собака какая жуткая! Так, подожди, вот еще одна. Ой, господи, а здесь я тоже не смогу пройти, Ёши. А насколько они далеко от меня? Достаточно, успеешь. Отлично. Еще одна внутри домика, ну это совсем нереально, ну вообще. А может, я их как-то тут загоняю, может, они вот сюда зайдут? Эй, свининки. Вроде заходят. Да, все отлично, хорошо. Я пошла в домик, который далеко находится. Подожди, а они слева? Где. Я так не вот знаю. Ты отошла от них. Я в дом хочу. Я просто хочу в дом включить, и мы все. А там есть выход из него через бачок? Нет, нету. Нету? Вот, по-моему, это справа который. А, или нет? Вот это. Да, вот. Нет, все, уходи. Еще кружочек. Ёша, 2 минуты осталось. Ничего, это достаточно. Там, правда, нет выхода, да? Да, нет выхода, но ты успеешь, если ты загоняешь их, ты успеешь. Я не знаю, как загонять. Собака, уходи. Рубит там что-то по дороге. Так, ладно, свиньи, давайте, я в вас верю. Нет, давайте, а может, вы так застрянете? Ёша, они застряли? Ну, нет. Должна успеть. И убегай! Стоп! Чуть не предал меня! Боже, подожди, а где выход? Я заблудилась, где выход, Ёши? Ну, пройди всю карту, у тебя все еще есть время. Так, вот где-то тут, по-моему, справа был. Возможно, да. Да, вон он горит. Я выхожу! О, ладно, боже! Против, не сидим, вот,
Всё, пока, боты! Обалдеть! Я не ожидала, что мы это сделаем! Ну как мы, ты? Ну, если бы ты не показал, что они там могут застрять, то я думаю, что я бы никогда этого не прошла. Ну что, я думаю, что наш челлендж выполнен, даже перевыполнен. Я вообще не ожидала, что мы выживем. Я выживу. Ты выживешь, да? В общем, всем большое спасибо за просмотр. Я очень довольна. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Я надеюсь, нам в них также будет вести, как и сегодня. Ох, всем пока! Пока!